Мои солнышки любимые, всем привет-привет! Я всех приветствую на своем канале Альгуша СМР. Сегодня будет АСМР шепот. У меня вот такая вот палеточка красивых оттенков помад. И сегодня будет обзорчик. Я буду красить их на манекене. Мы с вами посмотрим оттенки, выберем самые красивые. Оттеночки. Будет обзорчик. Давайте с вами открывать. Вот такая вот коробочка. Красивая упаковка. Коробка очень плотная. Взяла я ее на Валбересе. Потому что он
оттенок. Я сразу его приметила и не разочаровалась. Я с удовольствием буду его носить, этот оттенок. Посмотрите, какой он классный. Очень красивый. Обалденно какой красивый. Обалденно красивый. Суперский. Следующий оттенок. Вот такой вот оттеночек. Этот оттенок.
С удовольствием буду наносить его. Красиво, мне нравится. А вам нравится? Пишите ваше мнение в комментариях. Мне очень интересно посмотреть.
из фаворитов моих. Красивый. Чем плохой оттенок, девочки, посмотрите. Это у нас седьмой. Вот мне понравился номер один, номер семь. Да. Номер восемь. Давайте сейчас попробуем номер восемь. Очень красиво смотрится, но он прозрачный, но неплохой. Буду тоже пользоваться им. Сверху какого-нибудь оттеночка с удовольствием можно будет наносить. Очень блестит красиво, и блестки такие, знаете, не сильно крупные, такие мелкие, мерцающие, нежное, красивое мерцание. Давайте следующий оттеночек сделаем. Вот этот вот. Это будет темный оттенок. Он будет также похож на предыдущие некоторые виды. И, в принципе, мне он тоже нравится. Очень красивый оттенок. И это мой оттенок. Я темные не люблю, как я уже сказала, но к вечернему макияжу с удовольствием можно будет его одевать, наносить. Да, красиво очень тоже смотрится. Очень красиво. Посмотрите. И вот на этот оттенок очень красиво будет, если нанести вот такой вот перламутр. Мне кажется, будет тоже классно очень. Да, вот здесь вот так вот нанести, вот так вот посмотреть. Будет очень красиво. Смотрите. Красиво будет, очень красиво. Ну а следующий у нас вот такой вот малиновый. Видно, что он яркий. Яркий оттенок. Вау, какой! Это не мой оттенок. Такие оттеночки я не люблю. Но он такой красивый, конечно. Но я не люблю такие носить.
У нас осталось еще парочка оттенков. Помада у нас, она красная, идентичная. Это алая, а это чуть-чуть покраснее, как бордо. И мы сейчас с вами их протестируем, конечно же. Вначале протестируем алую помадку. Это тоже не мой оттенок. Но он такой красивый, мои хорошие. Он такой шикарный. Тем, кому идет красный, очень-очень будет красиво смотреться. Оттенки. Может,
общаться. Пишите ваши комментарии. Вам я желаю всего-всего самого наилучшего, отличного настроения. Всего-всего-всего, мои хорошие.